Апрель 2023 год. Пишем новые песни. Сверху два ленточных микрофона. XY. Малый барабан сверху, снизу. Бочка. Микрофон внутри. Шур PG-52. А тут Шур PG-57. Альт и том подзвучены. Ну, как-то так. Говорил, да? Ну что между ними, между кусочками этими. Пау. Я понял. Вот у нас получается. Здесь просто импровизация какая-то. Подожди, не играй. Секунду. Шалом. Сейчас будем записывать песню «Транс».
удары. Последовательность, через какое время я делаю удар, а потом подстраиваться. Иногда этого не нужно делать. Так не попало, да? Чего нам надо делать? Вырубай, короче. Давай без этой штуки. Это лодочка. Начнем. Первые два круга лодочка. Звукозапись номер 9. Вот. Номер 9. Закончилась очередная сессия записи. По чуть-чуть мы движемся к новым песням записанным, которые можно будет послушать и прокайфовать. Новые песни – это всегда новое дыхание в группы. В рамках современного музыкального мира большинство звукозаписей уже создается на компьютере. То есть не нужно приходить на студию и играть на барабанах, их можно прописать на компьютере, выбрать тот звук, который понравится, чтобы слушатель оценил конечный результат, который должен быть в теории идеален. А мы как бы противостоим этому и записываем все вживую. Ну, я, мое мнение, что это очень занимательная история, вот такой вот запись. Куда ударить, ты понимаешь, ты начинаешь осознавать, ты присутствуешь, во-первых, вообще в этом... Внутри этого, ты присутствуешь здесь, ты не сидишь, не клацаешь на мышке там и слушаешь. Какие-то моменты начинаешь заводиться, кайфовать, и от этого энергетика. И мне кажется, энергетика будет передаваться на записи. Прям люди, которые посвящены, которые к этому близки, они будут чувствовать даже эту энергетику. Что касается записи, я еще раз говорю, что это вообще трудоемкий процесс. Это серьезный трудоемкий процесс. И для музыканта это практика, обучение чему-то. Ну, это тратить много сил, и это прям как работа. Люди ну, в смысле, в хорошем смысле, что работа, что ты типа этому отдаешься, и тебе это нравится. Типа приятно то, что я этим занимаюсь. Потому что обычно мне не хватает времени дома именно заняться записью. Я вот все время как на ВКонтакте напишу, вот я проснулся год спустя, сейчас я что-нибудь запишу, а сделал одну запись, и все, я опять пропал, потому что просто времени нет найти, чтобы именно дома позаписываться. Потому что надо вымерить время, во-первых, время, в смысле не позднее, чтобы соседи начали там часто стучать батареи по батареям, типа ты это прекрати, это жми. Паш, а что бы ты хотел сказать людям, которые вообще никак не связаны с музыкой, с записью, чтобы приблизить их немножко к процессу? Я думаю, что людям надо сердце открывать свое сильнее, чтобы услышать наши чувства, эмоции, которые мы вкладываем. Золотые слова. Золотые слова. Просто музыки очень много, конечно, в мире. И чтобы действительно что-то услышать ценное, надо открыть сердце свое. Да. И прочувствовать музыкантов, что они вложили в это. Да, ведь мы это все делаем. Данная наша вот группа Red Guitar Pick не для какой-то коммерции, не с какой-то целью, значит, чтобы мы были услышаны большим количеством людей, или не с какой-то целью, чтобы стать популярнее, чем мы есть на самом деле. Мы просто делаем музыку, нам это нравится, и на моменте записи мы стараемся вложить душу в каждый нюанс песни, раскладываем партии в левое ухо, в правое ухо, играем какие-то фишечки на разных инструментах на фоне там припева там мощного, то есть пытаемся внести вот по крупицам
свою душу, чтобы в общем это было такое цельное, единое, значит, произведение, которое будет, ну, приносить удовольствие. Но, что очень важно, с каждым разом переслушивая эту песню, мы надеемся, что слушатель будет открывать для себя что-то новое. Что бы ты хотел передать слушателям вот из студии звукозаписи? Слушайте качественную, красивую музыку. Не ведитесь на музыку, которая записана роботами на компьютере. Слушайте душевную музыку. Развивайте мозг. Да, развивайтесь. Развивайте слух, мозг. А мозг вот он чует, наверное, вот эти тонкости, когда вживую пишемся, есть какие-то недоработки, есть какие-то нюансы живой музыки, да, человеческий, да, фактор. Я думаю, мозг должен это улавливать. Конечно, улавливается, я тоже так думаю. Чем когда оно плоский звук идет. Да, да, и вот эти все какие-то погрешности, где-то что-то, они улавливаются мозгом, и ты понимаешь, что это интересно.